Что, продолжим наши загадки? Угу. Чуть потише. Так, что у нас по заданию? А, нам надо в этот попробовать пробраться. К тем, кто якобы похитил. Вот сюда нам надо. Стойте, куда вы направляетесь? Прямо? Не видно, что ли? Нам нужно поговорить с мистером Вебером. У вас с ним назначена встреча? Нет, но... Эй! Что? Простите, сэр, мы избавимся от... Пропустите их. Не узнали, что ли, девушку? А ты что, в окно подглядывал? Это же Атия Чалык из Дженни Ньюс. Господин Вебер с радостью делает для нее исключение. О, конечно, проходите. Мисс Чалык, извините, меня зовут Матиас Келлер, я помощник мистера Вебера. Понимаете, у господина Вебера очень загружено расписание, а сейчас вообще нет свободного времени из-за предстоящих выборов. Идите за мной, я провожу вас в кабинет мистера Вебера. Да, а мы можем ходить тут? Тут полно старых книг. Идите за мной, я провожу вас... Хорошо, хорошо. Проходите. Ну, нам прям не дают, да, уходить? Да, нам прям не дают. Ну и ладно. Мисс Чалык, здравствуйте, какой приятный сюрприз. Давайте без этих любезностей, у меня разговор короткий. Мы ищем мою пропавшую коллегу. Так, там, где ее видели в последний раз, мы обнаружили значок, такой же, как на вас и ваших сотрудниках. Ах, понимаю. Мне жаль вашу коллегу. Такие значки носят не только члены нашей партии. У нас ведь тысячи последователей. Может, значок принадлежал кому-то из них. И, конечно, ни я, ни мои сотрудники не несем ответственность за действия других людей. Я только знаю, что они очень преданы мне. Может, этот значок вообще не имеет никакого отношения к пропаже. Что? К сожалению, город перестал быть безопасным. Именно поэтому мы и хотим вернуть порядок на улице. Она не думала, что... Он просто скажет, да, я, конечно, и она вон в подвале сидит. Что она ожидала? Он действует мне на нервы. Я хочу передать своим людям, что ваш коллега пропал, и ее ищут. Может, они что-то заметят. Боюсь, мне нечем больше помочь. А теперь прошу меня извинить, у меня очень много дел. Вам пора. Но мы знаем, что мою подругу... Вы слышали мистера Вебера? Я провожу вас к выходу. Эта встреча особо не помогла с поисками. Где же ее искать? Она здесь. Зои точно здесь. Откуда ты знаешь? Я заметила в кабинете куртку Зои. Она лежала у всех на виду. Он просто лгал нам в глаза. Сволочь. Ребята, это большая просьба, но я не знаю, к кому еще обратиться. Пожалуйста, помогите мне найти Зои. Обещаю, после этого я помогу вам добраться до Польши. Но давайте сперва найдем ее. Она мне очень дорога. Мы не можем задерживаться надолго, но Атия наша единственная надежда вовремя добраться до Польши. Мы поможем тебе, но сначала нужно все тщательно спланировать. Вы наверняка сами заметили, сколько здесь охраны. Да, это будет непросто. Лучше обсудить план в более уединенном месте. Идем ко мне, я живу недалеко от хостела.
она обратилась к первым встречным людям. Да, ей повезло, что, типа, как это сказать, что мы с Эдером подготовлены. Но это чистое везение. Эй, хочешь обнять Астромена? Ура, Астромен! Вот хвост, он сказал где-то неподалеку. Есть что? Один мусор. Понятно. Неподалеку от хостела. Здесь? Угу. Выглядит... чисто. Квартиру обыскали. Значит, его люди уже знают, что мы ее ищем. Атя, держись позади. Ребята. Обыск. Я думала, она просто свинтус. Да уж, понимаю, что в квартире грязно. Может, без приколов на эту тему? Все-таки грязно? Простите за беспорядок. Я переоденусь в более удобную одежду, а вы пока чувствуете себя как дома. Садитесь куда хотите. Хорошо. Ну вот, никаких обысков. Она просто свинтус. А куда здесь вообще сесть? Просто уберите вещи к другим вещам, хорошо? Не будем делать о ней поспешных выводов. Она, наверное, просто была занята поисками Зои. Или совсем недавно сюда переехала. И пригласила в честь этого много гостей. Да, очень много гостей. Утешили себя? Как думаете, будет слишком некрасиво, если мы чуточку тут приберем? Чего? Нельзя приходить в чужую квартиру и распоряжаться тут вещами. Ваня, разве это не очевидно? Ну мы же чуть-чуть, просто чтобы сесть на диван. Тут есть диван? Ладно, давайте приберем. Чего? Ну вот, так гораздо лучше. А что с посудой делать? Я не знаю. Простите, что так задержалась. Что? Где все мои вещи? Мы решили немного помочь тебе с уборкой. Не волнуйся, мы ничего не выбрасывали. Таких наглых гостей у меня еще не было. Но знаете, мне этого не хватало. Чего, уборки? Чего не уберешься? Если честно, я уже очень давно не прибирала. У меня всегда так много работы, что я просто перестала париться из-за беспорядка в квартире. Так что спасибо вам. Если много работаешь, то и мусора в дома не появится. Это же очевидно. Это телефон Зои? Да. Это все тот же парень. Ну что? Есть новости? У меня есть информация о ее местонахождении. Она в офисе НСБ? Так вы уже в курсе. Держите совет. Если хотите ее спасти, проберитесь в офис после закрытия. Но даже тогда в здании будет охрана. Ладно. Я с вами свяжусь, когда вы будете на месте. Блин, опять вышел из сети. Кажется, ему на нас вообще плевать. Но очевидно, что ему грозит опасность, если мы не спасем Зои. Он же информатор. Скорее всего, он выдал Зои чей-то секрет. Думаю, стоит ему довериться, хотя бы на время. К тому же у нас общая цель. Да, ты права. Ну что, пора выдвигаться, уже темнеет. Там нельзя тебе домой попасть. Да, я вернусь к тебе домой. Тут не знаю, поклацаю что-нибудь. Не надо это трогать. Что значит не надо? Газетку хотя бы давай. Это газета, но она все мокрая, не буду ее брать. Почему? Я едва вижу свое отражение. Судя по слою пыли, она его даже не смотрит.
После нашей уборки квартира стала гораздо уютнее. Один мусор. Стой, там моя спальня. И чё? Так, все вы подождете? Тут еще вечернее есть задание. Так. Хотя всем ясно, что произошло в Калининграде, в интернете до сих пор есть люди, утверждают, что это заговор против Польши. На отдыхе, рядом есть недорогой хостел, он находится рядом с мини-маркетом. Так. У них кончились чипсы с соусом шрирача. Спросил продавца, но он только странно на меня посмотрел. А, мы с этими говорили. Здравствуйте, добро пожаловать в Астромарт. Вы что-нибудь вам что-нибудь подсказать? Че, нам не надо ничего подсказывать, ладно. Шла хорошо провести время в Киле. Какие там задания были ночные? Так. Это выполнено. Пощите пароль компьютер в кабинете, кайфовала сказать чужий глаз. Так когда там будем билеты? Может быть, способы сдавать. Ага. Вот это вот. В промышленной зоне вы встретили бездомного парня. Он рассказал, что там в районе происходит ужасная вещь. Было бы хорошо проведать его, когда вы окажетесь на зоне, если сейчас хорошо. Мы нашли одну так, газетки. Что было? Вот, потерянные ключи. Человек, встретивший с вами в ночном городе, потерял ключи возле отеля. Это надо сходить возле отеля. Возле нашего хостела. Нет, тут нету такие. Так, стой, стой, стой. Происшедший в Калининграде, не прости. Зачем кого-то лезть в разборки? Да, да. Ага. Они говорят все то же. Что? Со вчера дня боты все сходят с ума. Все, да-да. Да не то. Так. А где то место? Оставить в покое. Ага. Но тут мы все выполнили. Да, она все еще сидит, работает. Спасибо за помощь. Я уже почти закончила. Так. Ты. Стой. Ага. У нее нет времени на разговоров. Ну что, нам еще не может попасться? Сесть в метро, да. Съездим к тому мужичку. Вот к этому, да. Мы просто пытаемся помочь. Почему ты отказываешься? Ты что, хочешь вечно жить на улице? Ты не хочешь жить лучше? Пожалуйста, оставьте меня в покое. Спросить, что происходит. Что тут происходит? В последнее время на улицах неспокойно, поэтому предложил ему место в нашем приюте совершенно бесплатно. У нас есть еда, одежда и душ. Мы делаем это совершенно бескорыстно. Он уже сделал свой выбор, и вас следует его уважать. Но так для него будет лучше, я знаю, о чем говорю. Так что не вмешивайтесь. Слышь? Так, я сейчас до часа до 10, если вы еще будете здесь отсвечиваться, пеняйте на себя. Ты чё? Что? Я не думала, что он его ударит. Это... Не надо было так делать. Я думала... Что ты делаешь? Рух, нельзя сбивать кого-то лишь за то, что он придурок. Это... Я клянусь, я не хотела вырубить. Да, я не хотела. Думаю, сейчас будет нападать. У нас типа будет бой, как было раньше, с солдатами. Это случайно. Вы в порядке? Да-да. Это хорошо. Но не стоило этого делать. Все в порядке, все хорошо. Никто не вправе так с вами разговаривать.
Я не об этом. Парень, которого вы ударили, Чен. В следующий раз он, возможно, приведет с собой дружков, а вас, скорее всего, не будет поблизости. А, тогда надо было еще раз, наверное. Извините, мне очень жаль. Ох, что произошло? Ты упал? Я уже ухожу, клянусь. Слушайте, я могу остаться рядом на случай, если он решит вернуться. Я ценю вашу попытку, но, пожалуйста, больше не пытайтесь мне помочь. Конечно, я понимаю. Плохо мы сделали. Это за случайно. Да не хотела я бить. Нехорошо получилось. О, куда ты пошел? Опачки, я вижу, куда нам хотят, чтобы мы... Рурк, стой! Да-да. Если идти через главный вход, придется иметь дело с охранниками. Нам это точно сейчас нужно? Нет, я хотела посмотреть, что там еще есть. На этом мы сражались с другими солдатами. Охранники, гражданские. Нужно ли ввязываться с ними в бой? Нет. Давайте пойдем, раз уж нас туда хотят. Думаю, мы сможем попасть внутрь через это окно. Я ничего не вижу. Кажется, я нашла выключатель. Что это за место? Это пятна. Стойкий запах железа. Кажется, совсем недавно здесь кто-то был. Но зачем им вовсе такое помещение? Не сказать, что я удивлена. Теперь-то понятно, как удалось так быстро очистить свою репутацию. Зоя расследует эту партию как раз из-за подобного. Но ведь не могли же они? Она должна быть где-то здесь. Будем искать дальше. Она ведь жива? Лифт. Кажется, лифт не работает. Окей. Ага, камеры. Никак? Телефон Зои? Алло. Вижу, вы уже пробрались в офис. Быстро вы. Что? Откуда ты знаешь? Я вижу вас через камеру видного наблюдения. А, хорошо, там наш человек. А, он их взломал? Да нет, все немного прозаичнее. Просто никто не удосужил поменять пароль. А это, как правило, стандартный набор символов. Зато я его поменял. Можете не беспокоиться, что за вами будет следить. Я сообщу, если кто-то попытается получить доступ к камерам. Сейчас я пытаюсь обнаружить Зои. Могу помочь вам тут с навигацией. Но в перепалке с охраной вы на меня не рассчитываете. Судя по камерам, на этом этаже Зои нет. Поднимитесь выше. Катя, ты что, все это время переводила с немецкого? Да, никто из ребят не говорит по-немецки, а что? Просто я могу говорить на английском. Так всем будет проще. Отлично. Хорошо, я на связи. Спасибо. Он мог бы и раньше сказать. Ну ничего, идем. Этаж там. Тут ворота блокируют путь. Может, я смогу исправить это через панель управления. Ага. Попытаться все равно стоило. Если их не открыть через панель, то можно делать это где-то в здании. На этом этаже к северу от вас должно быть пост охраны. Только не попадитесь никому на глаза. Чё это? А чё нам париться? Мы же сильные. Семья, традиции, свобода, жители... Киль объединяется ради светлого будущего. Голосуйте этим летом за Хорста Вебера. Ага. Защищённо паролем. Ой, охранник. Очень беспалено, конечно. А, на экране что-то написано. Ага. Сколько можно статьи про беженцев по-прежнему на первой странице поиска? Они должны исчезнуть до выборов. Нельзя откладывать это
еще на неделю. Интервью канала выходит завтра. Нам нужно как можно больше просмотров, комментариев и репостов. Мы должны победить на этих выборах. Понятно? Интересно, что это за книги. Книги. Тут много разных книг о политике. Это куда-то наверх, да? Это большая вентиляция шахты. Думаю, смогу через нее проползти. Это зачем? Как же нам ящик взять? Кофейная чашка. А вот прям тут он нас виден, да? Если идти туда. Ладно. Да. Там мы... Опачки, тут сохранение есть. Так, я сохранюсь на всякий случай на вторую. Тут есть что? Ага. Понятно. Эй, кто тебя сюда пустил? А вот и битва. А, у меня нет вообще очков. Вообще прекрасно. Ни у кого, ни считай, очков нету. А кто-нибудь у меня... О, вот, останавливает. Ох. Восстановим ох. Тут ничего нет. Ну. Не работает. Заперто. Занято. Там кто-то есть. Понятно, что мы поп... Как сразу было непонятно, что это именно та комната. Шоковые гранаты, окей. Сейчас. Заберем все, что видим. Мотоциклетный шлем. Экипировка. Угу. Ладно, давайте это возьмем. У Эдера нет вообще ничего. Вот так пока. Ага. Но они нам предлагают по вентиляциям ходить, да? А туда я еще швырнусь, правильно? Там комната же была, в которой мы не были. Полезли. Только там... А, можно было и в дверь войти. Отлично, вы внутри. Думаю, ворота можно открыть из компьютера, и тогда вы сможете подняться. Окей, окей, окей. Там будет сейчас пароль, да? Бинты. Окей. Будем надеяться, эта штука сработает. Ворота открыты. Окей, это что? Проверьте мой компьютер, он уже неделю подвисает. Пароль, спасибо. Дверь открыта. Где мы? Хм, угу. Ага. Нам непонятно.
вы не пройдете, провалите, или я буду стрелять. Что значит мы не пройдем? Смотрите, как мы будем сейчас проходить. Ого, ничего себе, не прям его. Ай, как мало. Чуть-чуть не хватило. Надо его лечить. Вы чё? Они прямо бьют и бьют него, и бьют и бьют него, и бьют и бьют него. А, еще не все. По всем. А, можно жизни всем восстановить? Блин, нельзя. Ладно. Думаю, этого хватит. Надо бы побыстрее. Атя, что ты делаешь? Нужно срочно убираться отсюда. Простите. Что тут за дверь? Похоже на заперто с другой стороны. Понятно. Вот тут тоже сохранение есть. Против троих? Мисс Чалык, прошу вас перестать переходить сюда, если у вас не назначена встреча. Позвоните завтра, и мы найдем для вас место в расписании мистера Вебера. Хватит дурака валять, мы знаем, что Зоя у вас. Мисс, давайте не будем выдвигать ложные обвинения. Я понимаю, что иногда наш разум может играть с нами злые шутки, но... Вы что, намекаете, что я не в себе? Ати, они вооружены, что ты творишь? Отвечайте, где Зоя, сейчас же. У меня нет времени с тобой разговаривать, женщина. У-у-у, тебе хана. Эй, мы еще не закончили. Стой, Атя, прекрати. Шнайдер, Лоренс, уберите их. Проследите, чтобы они с тобой больше не совались. Ничего себе, у них там двери. Услышали приказ? Дальше вы не пройдете. Я не собираюсь отступать просто так. Да? Хочешь сразиться? Стой, откуда у тебя пушка? Взяла охранника этажом ниже. Не вам же все время за меня отдуваться. Ну... Давай. Мы на тебя рассчитываем. Ух ты! А жизни-то у нас нету. А, хотя бы стрелять умеет, окей. А что у нее за навыки? Провокация. И восстанавливать небольшое количество. Угу. Хорошо. Хорошо, навык. Исцеление. Использовать на всех, когда нам надо троим. Ладно.
Хорошо. Допустим. Еще не все. Вернулся собака. Хорошо. Допустимо. Хорошо. Молодец. Давай коктейль Молотова возьмем. Чего? Стой, вернись. Атя, не изводись, мы должны сохранять трезвую голову. И обещаем, обязательно найдем Зои. Мы найдем ее любой ценой. Я с тобой в команде, а с тобой команда будет проще. Я, спасибо, ребята. Так, я просмотрел все здание, кроме помещения за этой большой дверью. Если мне не изменяет память, это кабинет Вебера. Вполне возможно, эта дверь отличается от других. Она с двойным замком. Чтобы попасть в кабинет, вам придется открыть оба. На этом же есть два помещения, у каждого свой пост охраны. Уверен, что открыть замки можно там. Только будьте осторожны, по этажу бродят охранники. Удачи. Хорошо, идем. Идем. Сейчас. Да. Мало ли что произойдет. Тут все не так просто. Пост охраны находится в северной части этажа, но я не вижу ни одной двери. Чтобы открыть замок, вам придется самим найти способ попасть в это помещение. Я ничем не могу помочь, простите. Эй! Он повесил трубку. Всем в главном офисе. Прекратить красть мою еду. Сам не верю, что пишу это письмо уже в четвертый раз. Сперва я полагал, что кто-то взял мою еду по ошибке. Но теперь я уверен, что это не случайность. Вчера я оставил свой обед в холодильнике. Он был завернут в пластиковую пленку, на которой было написано мое имя. Бумажный пакет тоже с моим именем. И лежал в маленькой коробке записка, на котором также было написано мое имя. С меня хватит. Если завтра мой обед снова пропадет, я пишу жалобу в отдел кадров. Так, тут куча вентиляций. Для чего? Какая-то меня приведет вниз. К ящичку. Ага, какая-то к охране. Дальше вы не пройдете. Стойте, это же вы. Та самая турецкая репортерша с канала. Зачем вы пробрались в чужой офис? Ну я вам покажу. А им что, еще не сообщили, что мы тут? А чего? Там стоял один. Вот один и должен был. У нее нет прицела. Понятно. Ну ты должен попасть. Ай-яй. Так, ну я надеюсь, того добьет наша новенькая. Вот она, да. Ну что такое? Совсем чуть-чуть не хватило. Так, кварцовые часы. А ладно. Угу.
Зачем все эти вентиляции? Мне искать нужно, чтобы к ящику как-то попасть. Вот. Это она, да? Колючий напульсник. Экипировка. На удачу он увеличивает. Че, там больше ничего нету? А куда это дано? А, это, наверное, в эти использовать, которые можно. Встреча. Сэр, по сегодняшней встрече есть изменения. Пэй, с которым мы обычно встречались, не придет. Будет другой человек, какая-то женщина. У меня пока нет конкретной информации про нее, но мне показалось, что лучше сообщить вам об этом этой замене, так как не впервые пришла от кого-то другого. Я сообщу, если появятся новые данные. С уважением, МК. Это же что-то значит, да? Так, стой, мы вылезли, допустим, сюда. Вот он, ящик. Винты, что там? Окей. Теперь можно не лазить по этим вентиляциям, можно просто входить в двери. Не будем больше битвы избегать, чем? Ой, а тут никак не пройти без вентиляции дальше. Вернуться назад мне надо. Туда. Ладно. Угу. Координатор. Ага. Расписание. Здравствуйте. В первую очередь выражаем благодарность каждому из вас за работу. Понимаю, что вам нелегко, но ваше усердие принесло ощутимый результат. Сейчас мы просим вас приложить максимум сил и выдать тот же хороший результат на предстоящий понедельник. Перед посольством Польши будет проведена демонстрация. Во вторник в этом правительстве состоится протест в связи с последним заявлением министра иностранных дел. В четверг пройдет наше третье шествие. И, наконец, в пятницу будет организован сбор у лагерей. Надеюсь увидеть вас всех там ради нашей страны. Так, окей. И мне нужен еще один ящичек. Как туда попасть? Эта вентиляция куда? Угу. Дверь заперта. Так. Тут мы были. А, тут по-любому лазить приходится. Зачем? Так, тут вентиляция мы были. Тут мы тоже были. А куда мне? Чтобы пройти в те. Я запуталась с этими вентиляциями. Так. О. Ага, а это куда? Будем надеяться, что штука сработает. Замок Б открыт. Мне нужно пройти большую дверь в предыдущей комнате. Чего? Каким-то методом тыка мы что-то сделали хорошее. Так. Как мне обратно попасть? Тудымс. Вот. Плюс-минус что-то пошло. Тут ничего нет, газетка. Опять мокрая. Он не комментирует. Угу. Значит, возвращаемся. Это куда? Это не туда. Окей.
Ага, нам в эту дверь. А в какую из этих двух? Сюда? Так, хорошо. Тут тоже будет куча вентиляции. Так, я нашел пост охраны. Он слева от вас. На посту можно будет открыть один из замков той большой двери. Думаю, даже вы справитесь. Что значит даже? Вот и я о том. Что тут? Тут ничего нет. Тут ничего нет. Куда вы собрались? Как много жизни снес. Так. Ай-яй, чуть-чуть не добили, чуть-чуть. Окей. А если Атя сейчас будет стрелять, что-то будет? Быстрее добивайте хотя бы этого. А почему мушка не снялась? Тот, кто ее держал, же уже все. Ай-яй. Здоровье восстанавливает. Хорошо. Восстановим всем эти. Тут ничего. Тут ничего. Ага, аптечка групповая. Стрелковый тир. Вы кто такие? Не с места. Ой, там вентиляция какая-то опять. А он один? Хорошо. Аптечки. А магнитная карта. Так, зачем это им главный офис? Нам тоже кажется, это абсурд. Тут полно оружия и патронов. Батя, что это за политическая партия такая? Зои, она была права. Это по-прежнему группа жестоких бандитов, просто сейчас они выдают себя за партию. Нужно было мне поддержать Зою и ее расследование. Еще не поздно. Ати, еще не все потеряно, мы найдем ее. А теперь у нас еще и масса улик, облучающих партию. Да, вы правы, мы ведь нашли ключ, идем. Какой ключ, подожди. А это что за дверь? Документ на улучшение... Что? Мы где-то будем оружие улучшать? О, мы взяли оружие. Экипировка. Рурк. Оно лучше. Хорошо. А, они не могут брать, да? А, не, она может. Платье. Ничего нету.
Окей. Так. И подождите, я сейчас совсем заплутаю. Вентилятор, компьютер. Совсем скоро настанет день, который мы все ждали. Я знаю, что все вы готовились к большому празднованию после разгромной победы мистера Вебера на выбор. Но мой долг приказывать не быть осторожным и напомнить вам, что если по какой-либо причине наше дело не будет завершено ко дню выборов, нам придется взять инициативу в свои руки. Поэтому учебный центр продолжит работу только благодаря тренировкам. Вы сумеете развить свои навыки, встретиться, если мы рассчитываем на вас. Окей. Ага, это вот это. Все понятно. Здесь нет двери. Стоп. Вот эти вот. Где бы ни были помощи. Ага. Все понятно. Дверь открыта. Сейчас. Мне нужно пройти большую дверь в предыдущей комнате. А карточка, которая у нас есть, это для чего? Угу. Документ. А где мне его использовать? Кожный импульс. И на кого он используется? А где нам улучшать наше оружие? Окей. Мы успеем тут сразиться и закончить. Зои! А? Атия? Что вы с ней сделали? Мисс Чалык, вы вовремя. Мы с вашей подругой уже почти договорились. Хватит болтовни, быстро отпускаю. С мистером Вебером так не разговаривают. Нам все равно, что вы задумали. Она идет с нами. Тут не осталось ни одного охранника. Заканчивайте уже этот цирк. Нам не обязательно сражаться, просто отпустите ее. Думаю, вам понятно, что мы хотим от вашей подруги. Вчера она снимала нас, без нашего ведома и разрешения. Мы все оказались в этой неприятной ситуации лишь из-за того, что ваша подруга слишком прямо и не хочет поступить правильно. Мы с радостью отпустим ее, если получим взамен эту запись. С другой стороны, мы всегда можем решить вопрос силой. Мы не собираемся с вами договариваться. Не нужно ставить нам условия. Атя уже сказала, что мы пришли за Зои. Мы заберем ее, даже если придется с вами драться. Ваше право. Матиас, покончи с ними. С удовольствием. Ой, Матиас! Покончим с этим раз и навсегда. Матиас, успокойся! Мы против тебя просто выпустим все, что у нас есть. Ой-ой, ух ты! Ах ты, подлец! Допустим. Хорошо. А он его ничего, да? Рурк делает выстрел в воздух с низким шансом испугать и оглушить врага на два хода. Рурк сшивает врага, обездвиживаю. Ага. Давайте выстрелим. Ага. А в руку ему нельзя. А, ему можно вот сюда в руку. В руку. Вдруг он потеряет возможность стрелять.
Ты какой Матиас, ты прям посмотри. Давай защитный гель возьмем. Все-таки он стреляет, считай, сразу снося все. Угу. Ай-яй-яй. Так, он не в Рурка стрелял. Ух, 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 ух. Угу. Оглушим его. Так. Не промахиваемся, пока он оглушен. Не промахиваемся, пока он оглушен. Вау. Что? Стоп. Эти двое. А? Он на нас смотрит. Он на нас смотрит. Это же они. Это их ищут. Я уверен. Мать, стреляй в них, не дай им уйти. Сдавайся, ты больше не в состоянии сражаться. Простите, я не могу этого сделать. Я готов отдать свою жизнь за то, во что верю. Я не позволю каким-то псевдожурналисткам уничтожить нашу репутацию своей клеветой. Вы рассуждаете о вещах, в которых даже не разбираетесь. Вот, держи. Аптечку. Спасибо. Это что? Я так не играю. Они просто ему вернули ХП. Хорошо. Так, он скоро вернется. Так. Надо его снова сносить. Оу! Ты чё? И потом он будет атаковать. Так не пойдет. Допустим, мы тоже умеем восстанавливаться. А почему не она? Я думала, он сейчас будет стрелять. Хорошо. Плохо. Промах — это плохо. Навык. Нейтрализация. Сдайся, Матиас. Ай, вы что делаете? Ребята, собрались все. Все собрались и попадаем. Ты же не можешь стрелять.
Рурк! Мы его должны добить. Нет, не хватило. Только не в Рурка. Хорош. Где красиво, чтобы он стоял поверженный. Матиас, чего ты ждешь? Вставай! Хватит. Мы готовы отдать жизнь за эту партию. За лидера, кто заставляет своих людей убивать. Как вы можете позволить ему так с собой обращаться? Просто остановитесь. Рурк. Чем ты... Что ты в этом понимаешь? Я не трус. Я буду продолжать бороться за свою страну и за свой народ. Эй, вернись! Классно, не побежали за ним? Черт, не поддается. Он и правда сбежал и оставил меня тут? Хватит разговоров, вы серьезно ранены, я помогу. Не трогайте меня, мне нужна ваша жалость. Зои, ты в порядке? Что они с тобой сделали? Катя, я знала, что ты придешь за мной. Да? Прости, что это заняло так много времени, мы можем идти. Возможно, ей нельзя двигаться, сперва я ее смотрю. Мне нужно столько тебе рассказать, у меня теперь достаточно материала для статьи. Еще мне нужно показать тебе одно видео. Зои, успокойся, тебе нужно отдыхать. Она потеряла немного... Немного крови, но никаких переломов, трещин. Похоже, нет. Иван, поможешь? Да, конечно. Я хочу домой. Конечно, мы уже уходим. А что делать с... Не беспокойся, у нас теперь на них столько информации, что они больше ничего нам не сделают. Я позвоню коллегам. На этот раз я позабочусь о том, чтобы люди никогда не забыли, чем занималась партия. Я не произношу некоторые слова, потому что эти буквы сложно произносят. Сердца. Нужно вернуться в квартиру Зои, там она будет в безопасности. А, разрывные пули. Район реанимация, дымовая бомба, лечение. Хорошо, а с ним что? Больше ничего нам не надо? Ну. Бежим домой к Зое. А еще тут ночью можно что-то делать? Где то место с потерянными ключами? Ну все, мы дома. Атя, помоги мне, пожалуйста, сесть за стол. Спасибо. Я хочу вам кое-что показать. Что это? Карта памяти? Да, я успела спрятать ее перед тем, как они забрали мою камеру. Вы уже, наверное, знаете, что я хотела записать на видео встречу Вебера. Я пришла на место, которое мне указал Сигнус. Он сказал, что я увижу, с кем встречается Вебер, и смогу это зафиксировать. Но в тот день Вебер встретился с этим человеком. Лоран Бейкери? Кто это? Бейкери, известный бизнесмен, замешанный в...
Он преступник. Говори как есть. Да, это глава банды, известная как семья Беккери. Им принадлежит много бизнесов в районе ночного города. А как думаете, это... это видео будет достаточно, чтобы подорвать доверие к партии Вебера? Эта запись ничего не доказывает. Они будут отрицать какую-либо связь с Беккери и придумают массу отговорок. Даже могут сказать, что встретились случайно или же не знали, с кем имели дело. Хотя очевидно же, что встречались они посреди ночи на заброшенной стоянке. А люди, скорее всего, им поверят. Так уже не раз было. Именно. Потом к ним присоединится кто-то еще. Какая-то женщина. Это лейтенант, да? Я думала, сержант Бран. Я думала, она будет хорошей. Вы ее знаете? Она из Черного Ворона. Это отличный отряд ядра. Ее специализация — слежение и перехват коммуникации. А еще она управляет беспилотными летательными аппаратами. Вероятно, она нас ищет. Что? Так вот, почему вас узнал Вебер. Зачем она встречалась с ними? Как они связаны? Веберу наверняка было наплевать, если бы всем стало известно о его связи с Беккери. А вот связь с ядром — совсем другая история. Это поможет вызвать подозрение. Ядру тоже невыгодно иметь публичные связи с Вебером. Вебер так отреагировал, когда увидел, что я их снимаю. Было видно, как ему страшно. Он их боится, это очевидно. Трусливый подонок. Я не могу понять, что он решил выместить свой страх на тебе. Теперь мы знаем, что Брана в городе, значит, нужно быть осторожнее. Думаю, она уже в курсе, что у нас были перестрелки с людьми Вебера. Рано или поздно она нас найдет. Рано или поздно найдет нас? А что, если мы найдем ее первыми? Если будем сидеть сложа руки, она успеет стать план, и тогда у нее будет гигантское преимущество. Опередив ее, мы можем получить шанс выведать у Браны важную информацию о Польше, ядре и их планах. Ты надеешься, что она просто так нам все выложит? Нет, но сейчас это наша единственная возможность знать все, что нам нужно. Да, стоит попробовать, но выйти на нее мы могли только через Вебера. А через пары на видео нельзя с ней связаться? Через Беккери? О, точно, мы можем спросить у Сигнуса. И чем он нам поможет? Он разве не говорил? Он был в курсе встречи Вебера как раз потому, что работает на семью Беккери. И этот человек нам помогает? Все нормально, он на нашей стороне, правда? Если мы выйдем на связь с Сигнусом, он расскажет, где скрывается эта женщина. Надеюсь. Только вот убедить его помочь нам не самая простая задача. Так, давайте просто спросим, может, он все это время послушал. За ним не заржавеет. Ладно, сейчас я ему позвоню на громкой связи. Сигнус, алло. Серьезно? Ну, да, я их правда послушал. Но я не могу вам помочь, меня из-за вас прикончат. Что? Почему? Почему? Он предает там, где живет. Очевидно, это невыгодно тем, с кем он живет. И кому относится. Я сейчас в полной заднице, мне приходится скрываться после того, как я стал информатором Зои. Уверен, все уже догадались, что к чему. Мне конец. Подожди, нам очень нужна твоя помощь. Почему я должен вам помогать? Потому что мы тоже можем тебе помочь. Ты дашь нам информацию, мы гарантируем тебе защиту. Как? Нет! Нельзя так говорить. Мы не можем гарантировать защиту. Да, мы будем твоими телохранителями. Чего? Вы телохранителями? Если хотите, чтобы я вам доверял, докажите свою надежность. Как это сделать? Я отправлю вам инструкцию, тогда поговорим. Он бросил трубку. Что ему нужно? Не беспокойтесь. Когда мы познакомились, он тоже придумал для меня испытание. Просто делайте, что он просит, и все будет окей. Чё это? Он прислал сообщение. Идите в бар Ротер Херинг, скажите барменше, чтобы вас прислал Сигнус. Она передаст вам коробку, не открывайте ее. Когда закончите, я с вами сажусь и расскажу, что делать дальше. Что ж, пойдемте. Стоп, это типа... Сейчас. Простите, ребят, я не смогу с вами. Атя, надеюсь, это не из-за меня? Если да, то это бред. Ты же знаешь, что я не слабачка, со мной все будет хорошо.
Травмы у меня не такие серьезные, а Эдер еще и помог с обезболивающим. Ладно. Но если тебе что-нибудь будет нужно, просто... Спокойно, не переживай так. Я могу о себе позаботиться. Я оставлю тебе лекарства. Их хватит на 3 дня. Вот видишь, все нормально. Ребята, удачи вам. Если наша... Да. Щап. Если наша задача будет открыть либо не открывать коробку, и в этом вся будет проверка. И ну уж извините меня, тут есть 2 варианта. Не открывать и довериться. Правильно? И тогда типа мы будем... Мы прошли проверку. И 2-й вариант. Открыть, убедиться, что там что-то безопасное. Потому что мы, как человек, который не хотим больше никому вреда, не можем просто брать коробки подозрительные и не открывать. И как нам быть? Ладно, это в следующий раз. Будем думать об этом всё.